Всем привет, и сегодня я буду показывать мой блокнот. И первая строчка у нас, это будет вот такая спанч, губка Боб и Патрик. Очень красивая, мне больше всех она нравится. Тут не видно, тут розовый, расскажешь. Вторая страничка, это вот эта. Она мне тоже очень нравится. Я рисовала вот это вроде бы. Я просто не помню. Вот, у меня вот так вот получилось. Вот. Следующая страница, ну, понятно. Вот следующая вообще, когда была мода хаги-ваги. У меня, кстати, этот скотч остался. Я из дневника своего срисовала. Это было в первом классе, получается. Но тут не получилось. Что это вот это такое? Вот что? Ну ладно. 100% 75, 50, 21. Так, и пустая клеточка. Это я каждый день рисовала, хотела все заделать, но мне кажется, получился цветок, поэтому я оставила так. Но вообще это не цветок. Потом я просто так зря наклеечки истратила. Вот это я осуждаю, сразу говорю. Я начала рисовать карандашами, конечно же. Вот. Это на третьем месте, что мне больше всего нравится. На третьем, потому что тут есть вот такие вот штучки от скотча остались. Вот. А так-то очень красивая. Дальше я не знаю, что это за блогер. Но он вот так вот. Это она сделала. Хэллоуинский, типа, этот скин. Мне вот тоже очень нравится. Так. Вот такой вот рисуночек тоже на Новый год. Хотя, это вроде бы даже на этот Новый год. Нет, вроде бы не на этот. Вот. Я его рисовала до Нового года очень рано. Можно сказать, сразу после Хэллоуина или даже до Хэллоуина. Еще я могу. Ой, не могу. Еще я нарисовала Марио вот такого вот. Это я просто по хайпу листала Pinterest. Вот такой. Вот это получается кто? Микки Маус. Это, думаю, вы узнаете его. Я всегда раньше не умела подбородки рисовать. Нет, потому что вот так вот нарисовать, он нарисовал вот так. Мне вообще не нравится этот рисунок. Еще вот такой вот рисуночек. Тут лапки такие вот. Такая большая лапка. И это вообще мне безумно нравится. О, это девочка. Я раньше таких еще рисовала. Это не надо, это плохо у меня получилось. Я вспомнила. Это вообще самое мое любимое было, это вот это рисовать. Четверные рисуночки, мини-рисуночки. Сама их придумывала. Это я по хайпу рисовала. Вот такая вот страница есть. Вот такая вот. Вообще классная страница. Так, тут пусто, могу подтвердить. Все. Я же читала. И последняя. Вот. Ничего нет. Вот такой вот самый, такой зелененький. Это мой самый любимый. Если хотите про другие буки, пишите в комментарии. Ну, всем пока.